Всем привет! Итак, будем распаковывать новогоднюю посылочку. Пришла она, как сказать, извиняющая кедра. Это я узнал об этой компании через одну из книг. Так и называется, «Звенящие кедры России». Очень, кстати, интересная. Правда, не знаю, все ли там правда. Ну, так что такие вот дела. Стоимость этой посылки была где-то 2,5 рубля. Плюс почта 400 рублей. Ну, 3000, грубо говоря. Будем смотреть, что тут есть. Так. Все упаковано. Так, это уже ножик может прибить. И ну что так, оказывается. Открывается. А здесь да. Вес уже видно, что небольшой. Ну, за 2,5 рубля чего хотите, друзья. Так. Из большой коробки получается маленькая коробка. Так, ну параллельно я еще обещал сфоткать. Ну, ладно, потом сфоткаю. Что ж там есть? Сибирская, это и есть с любовью. Так, ну сладкую сразу. Ради. Одной интересной девушки. Вот так. Видим. Опа. Когда душа в мечте к чему-то устремилась, то обязательно, поверь, все обязательно и в жизни притворится. Вот. Ладно. Сейчас тоже отошлем. Сфоткаем. Угу. И дальше. Жмых 100 грамм, ядра кедрового ореха. Я думаю, да, очень полезная тема. Я даже не знал, что. Так, еще жмых, ядра кедрового ореха. Так, масло сибирского кедра. Сыродавленная первая джин. Молоко и мед, кедровое масло. Вот так. А, это мыло у нас такое. Блин, что, мне еще распечатать надо ее? Да? Ну ладно. Так. Вот описание жмыхи. Так. Кедр. Талисманчик. Кулон. Я думаю, мой пахнет. Так, ладно. Это потом распечатаем тоже сейчас сегодня. Зубная паста. Вот такой зубной пасты классной у меня еще не было. Так. Зубная паста. Вот такой зубной пасты классный. Не надо почитать. Так, сфоткаем. Так, и здесь сфоткаем.
А куда? Так, а это что такое интересно? Ну это не пилки-то. Это случайно не кедр? Я не знаю. Но я не буду бросать. И книжечка. Можно кому-то подарить, если кто попросит. Могу даже выслать вам. Так. Ну, как-то так. Что, с чего начнем? Начнем, наверное. На зубной пасты. Вот так вот она упакована. Сразу достаю. Ну, чистить зубы я сегодня не буду. Но напишу в комментарии. Так, жмых я не думаю распаковывать. Вот так. Масло сибирского кедра. Вот так. Отпечатано. Смотрите. Так. Блин. Она этот стеклянная. Приятно держать. И описание. Как интересно будет почитать. Ну, честно говоря, сомневаюсь, что это плохая компания, если продукты натуральные. И если компания, к примеру, плохая, то ее могут сразу засудить. Так, а еще одна зубная паста. Так что это вам не аптека. Вот такое. Вот еще одна зубная паста. Блин. Мыло. Ручная работа. Что здесь ручного я не знаю. Я еще не так печатаю. Блин. Ну, пахнет чем-то похоже на обычное мыло, но оно необычное. Буду потом тестить. Так. Ну все, в принципе, все распечатал. Если кому что интересно, пишите комментарии, я отвечу на ваши вопросы. Но я думаю, это очень хороший продукт, которым можно пользоваться повседневно для себя, для здоровья. Так что все остальное я, простите, оставлю описание. Всем спасибо.